Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мы очень рады приветствовать вас на нашем канале. Сегодня у нас на связи снова Наталья Черемнов. Это наш социальный адаптатор из Германии. И сегодня мы хотим поговорить о такой возможности переезда в Германию с целью волонтерства. Да? То есть в этой программе могут принять участие как студенты возрастом до 27 лет, так и после 27. Наталья, здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, нам основные моменты, какими критериями должны соответствовать соискатели по этим двум программам. Давай мы будем переходить на «ты». Окей. Привет-привет, дорогие подписчики. Очень рада быть с вами. С радостью отвечу на ваши вопросы по добровольному социальному году. И с Аленой мы сможем эту тему обсудить более детально. Какие критерии у нас на добровольный социальный год? В принципе, их очень мало, поэтому эта программа такая интересная, потому что нам нужен только резюме, мотивационное письмо, паспорт, ну и, в принципе, желание помогать людям. Вот такие вот основные критерии, значит, приехать в Германию, посмотреть страну, может быть, коим образом видит себя здесь, и хочет, может быть, как-то переезжать, и для того, чтобы ему познакомиться с страной, эта программа подходит идеально. Хорошо, но правильно ли я понимаю, что по данной программе человек должен быть готов работать именно практически на безвозмездной основе только за карманные деньги? То есть это не является работой, то есть он должен быть готов быть волонтером, оказывать вот именно помощь организациям? Да, с одной стороны, да. Потому что мы работаем от 20 до 30 часов в неделю, и это по нормальным распорядкам рабочего времени, но это меньше намного, первое. Второе, предоставляется жилье и питание. Это тоже немаловажно, потому что если брать у нас жилье, сколько оно стоит, то если это приплюсовать к этим карманным деньгам, то получится уже и какая-то зарплата более или менее нормально, то есть которая, в принципе, подходит под эти часы. Так что я не могу сказать, что это на 100% прям такая волонтерская деятельность, что прям супер мало платят. Нет, то есть оно рассчитано на то, чтобы человек мог существовать, чтобы мог себе позволять какие-то вещи, мог путешествовать, куда-то ездить, как-то проводить выходные. Естественно, это не миллионы, естественно, это не огромные деньги. Но этого достаточно, и очень-очень многие пользуются с радостью этой программой, потому что помимо этой оплаты жилья и питания, некоторым даже предоставляется автомобиль, и на выходные можно им пользоваться. Например, многим оплачивается проезд на общественном транспорте. То есть есть куча разных плюсов. В зависимости от учреждения, где проходится этот добровольный социальный год, по договоренности с вышестоящими очень много есть плюсов. Хорошо, окей. А скажи примерно, какая это может быть деятельность, да, чтобы люди вообще, примерно понимали, что это вообще такое? А примерная деятельность, оно конкретно описано тоже в интернете. Примерная деятельность – это в общем, если сказать, помощь людям. То есть, начиная от детей, больницы, старики, инвалиды. То есть, очень много крутится в этой теме, в этой области. Потом у нас есть помощь животным, помощь по природе, виноделье, разные там парки защищенные, куча всего. Плюс еще есть возможность в армию, в немецкую попасть. Тоже одна из интересных возможностей. Окей, а скажи, пожалуйста, относительно возрастных ограничений, да, то есть если мы говорим, что это может быть и после 27 лет, то все-таки есть какой-то предел, или там человек в 50 лет тоже может обратиться?
Да, вот в этом и есть весь интерес, что человек и в 50, и в 70 лет тоже может обратиться по этой программе и приехать и помогать людям в любом. То есть в этом возрасте, конечно, люди уже это делают осознанно, да, они уже приезжают по зову души, по зову сердца, потому что они чувствуют, что им нужно помогать. То есть где молодежь едет понимать, что им в жизни нужно, и отсортировывать ненужное, то в более старшем возрасте, наверное, это происходит совсем из других причин. Но ограничений по возрасту абсолютно нет. Окей, замечательно. А скажи, пожалуйста, о возможности легализации. Например, все-таки те молодые, скажем, люди, которые хотят использовать эту возможность с целью переезда в Германию и дальнейшей интеграции в немецкое общество. Как они могут воспользоваться именно вот этим волонтерским годом? Ну, во-первых, для них волонтерский год или два, то есть мы его можем проходить максимально до 24 месяцев, он у нас в резюме отображается, конечно же, огромным таким красным плюсом, который в любом вузе, в любой организации, у любого работодателя выглядит как, ну что ли, отличает немножко от одного от другого. Конечно, да, это огромное преимущество, потому что на самом деле те люди, которые идут на такие, которые вот помогают другим людям, они, конечно, в Германии пользуются действительно большим преимуществом. Это очень здесь ценится. Что еще? Того, как мы закончили вот этот вот добровольный социальный год, можно поступить в вуз. Это даже еще может зачитываться, учитываться как семестр ожидания. Да, то есть как бы это еще может зачитываться в учебное время. У многих это уже учитывалось. То есть поступление, переход к работодателю, это тоже возможность легализации. Женитьба. Тоже есть такие случаи. Да, в принципе, на протяжении 2 лет, да, человек может спокойно познакомиться и поменять свою жизнь. Конечно, да. Окей, а скажи, пожалуйста, относительно организации, да, то есть я так понимаю, что не каждая организация может выступать принимающей стороной, то есть организация должна быть какая-то аккредитация, да, то есть это какие-то государственные организации или кто может принимать таких волонтеров? На самом деле это должны быть организации, которые... Это не должны быть государственные организации, это могут быть и частные, но они не могут заменять настоящие рабочие места волонтерами. То есть волонтеры, они действительно идут чисто как помощники. И поэтому организация, кому требуются вот такие вот волонтеры, которые могут приехать в помощь, они, например, говорят государству, вот у нас есть, например, 6 мест, то есть за каждым волонтером прикрепляется всегда полная рабочая сила, которая его ведет, которая ему помогает, которая... То есть никто здесь никого не кидает в холодную воду и не дает задание, и все, иди, делай, а всегда есть помощник. И вот они говорят, например, у нас есть 6 помощников, то есть 6 рабочих мест, за которыми мы можем прикрепить вот таких вот 6 волонтеров. И как бы это получается, это предприятие держит для вот наших добровольных социальщиков, скажем так, да. И государство этому предприятию, если вдруг, например, из 6 мест были заняты всего лишь 2, оплачивает оставшиеся 4, так как, то есть, предприятие уже высказало свое преднамерение, то есть освободило как бы эти 4 места, а они по какой-то причине были не заняты в этом году, то государство это компенсирует. То есть для многих учреждений это даже очень выгодно становиться вот такой организацией, которая может себе позволить принять у себя вот таких вот волонтеров. Ситуация вин-вин происходит, да. В любом случае это очень хорошая программа.
Окей, хорошо. А скажи, пожалуйста, вот по срокам, есть ли какие-то официальные сроки преступления волонтеров к своей деятельности? Ну, если сопоставить, например, со студентами, они идут там в определенные сроки, там 1 сентября, скажем, в школу, а у волонтеров они могут в любой период приступить к выполнению своих обязанностей, или все-таки есть какие-то временные рамки? Ну, скажем так, официальное начало добровольного социального года – это тоже 1 сентября. Это официальное начало, но от учреждения к учреждению эти моменты могут варьировать. Да? Могут также освободиться места, например, в декабре. Кто-то съехал, кому-то что-то не понравилось. У кого-то там, может быть, какие-то семейные трудности, нужно было срочно уехать. Кто-то поступил в вуз, там место освободилось. То есть куча бывает моментов, где места освобождаются. Поэтому я делаю так, что я стараюсь заносить наших желающих на лист ожидания. И в случае того, что место освобождается раньше, то есть я об этом тоже проговариваю всем желающим, что если место освобождается раньше, главное, чтобы у нас все документы, чтобы все было готово, и тогда можно приступить и раньше, да? Но официальное начало 1 сентября. Окей, спасибочки. Слушай, вот интересный такой момент, еще вот относительно программы ОПЕР, да, то есть программа тоже, она в чем-то схожая, да, то есть поскольку она является как бы такой частично добровольной основе, поскольку там нельзя ожидать каких-то крупных заработков, расскажи буквально пару слов об отличии этих программ. Ну, наверное, самое главное отличие будет то, что ОПЕР можно проходить всего лишь один год. Это максимум. Все, на этом ОПР заканчивается. Второе главное отличие, что после ОПР можно легализироваться, поменять статус, не выезжая из страны, и перейти, например, на добровольный социальный год. Это тоже вот такое вот интересное отличие, где можно просто как бы найти работодателя, перейти на добровольный социальный год, и можно даже оставаться жить в той же гостевой семье, где проходился ОПР, также им помогать с детьми уже за какую-то определенную доплату и жить. Тут рабочее время немножко побольше, помощь по дому, плюс языковые курсы обязательно входят в эту программу. Если добровольный социальный год, языковые курсы на самостоятельной добровольной основе, то здесь языковые курсы – это обязаловка, и гостевая семья обязуется тоже за это платить каждый месяц. Что у нас еще? Отпуск и там одинаковые. А ОПР, кстати, тоже ограничен по возрасту, тоже до 26 лет. А наличие опыта, да, в ОПР, по-моему, тоже должно быть обязательно. Да, да, наличие опыта, но опять-таки наличие опыта, то есть если ты выросла в семье, и у тебя было там брат и сестра младшие, и ты за ними постоянно смотрела, то это уже опыт, это уже огромный опыт для ОПР, и то есть официальных подтверждений никаких не нужно, но, естественно, если будет какое-то рекомендательное письмо или благодарственное письмо, это будет, естественно, лучше. Но, скажем так, все происходит через интервью с гостевой семьей, они с тобой общаются, они спрашивают, а как у тебя с этим, а как у тебя с тем, и, естественно, все происходит на химии какой-то, да, то есть как мы выбираем человека, который будет жить у нас в доме. Естественно, по каким-то тоже своим определенным критериям, да. Окей. Хорошо, в принципе, здесь мне все понятно. Единственное, что вот у меня такой вопрос созрел. Например, если кандидат по добровольному социальному году, да, пробыв там год или два у определенного работодателя, и, например, по истечению этого срока работодатель хочет взять его уже на контракт, то есть вот он его устраивал как волонтер, теперь он хочет его взять полноценным работником. Это возможно? Может ли, скажем, принимающая сторона просто сменить контракт с волонтерского, да, на рабочий, да, то есть это возможно, да, то есть себя нужно просто зарекомендовать, супер, да.
Окей, хорошо тогда. Спасибо, Наташа, что рассказала нам очень детально такие нюансы. И я хочу напомнить всем нашим подписчикам, что если вас интересуют данные программы переезда, для этого вам нужно будет оставить заявочку на сайте, который будет указан на этом экране, также под этим видео. И если вы высылаете нам свое резюме, мы сможем более конкретно сказать, к какой программе вы можете подойти. Да? То есть можем из нескольких программ выбрать конкретную для вас одну. И также можем прислать вам чек-лист со всеми документами, которые будут необходимы для оформления въездной визы для этой программы. Да? Вы можете воспользоваться нашими услугами, мы помогаем на всех этапах. Или можете просто получить консультацию и при необходимости также заняться этим самостоятельно. Тогда будем закругляться. Если тебе есть что-то добавить, если мы что-то добыли, то давай. На самом деле, единственное, что мне есть добавить, что цена сейчас просто мизерная за эту программу, так как это был все-таки пилот. И мы заметили, что этот пилот-проект просто взорвал интернет. И хотели, наверное, уточнить, что вот следующий, наверное, еще 5 кандидатов пройдут еще вот по нашей аукционной цене. И потом, наверное, мы все-таки будем повышать цену, потому что, ну, естественно, это очень энергозатратно, это занимает много времени, оформление всех документов, перевод всех документов, все созвоны, все уточнения, визы и так далее. И мы решили просто попробовать, насколько большой интерес у молодежи, а интерес, как мы поняли, очень большой. И для того, чтобы мы могли просто это более качественно обрабатывать и так далее, ну, ясно и понятно, что цена будет расти. Поэтому спешите попасть в первую пятерку, и тогда мы сможем вам помочь, и вы попадете к нам в Германию на добровольный социальный год, и я надеюсь, будете тоже очарованы этой страной и захотите, возможно, внести свою лепту в экологию, в помощь людям или во что-либо еще. Да, спасибо большое, Наташ. Ну, тогда еще раз напомним, что ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем отвечать всем и каждому. Всем пока! Пока-пока!